С вами Софья Хапусова и юные блогеры Юга Сибири. В эфире Нотабена Дети, и мы начинаем. Юные блогеры Юга Сибири. Сюда смотреть. Или сюда. Как всегда, в первом репортаже наши корреспонденты расскажут о хороших новостях этой недели. Традиционно в гимназии проходит акция «Птицы на кормушках». Ребята изготовили 100 листовок с призывом подкармливать птиц зимой и распространили их по учреждениям. Вместе со своими родителями они изготовили 50 кормушек и развесили в парках, скверах, около жилых домов. Затем ребята принесли пакетики с зерном и подсыпали их в кормушки. Гимназисты с интересом наблюдают за птицей. Наша акция продолжается! Декабрь. Самое время учить стихи, рисовать открытки и готовиться к Новому году. Во многих домах уже даже стоят елочки. Как же мне нравится этот праздничный аромат. А почему любят Новый год девочки и мальчики Юга Сибири? Варя Лапина и ее друзья расскажут прямо сейчас. Почему мои одноклассники хотят поскорее Новый год? Может, потому что я хочу получать подарки. Новый год, чтобы мне подарили подарочки. Потому что я жду своего подарка. Новый год, потому что я люблю смотреть салюты. Вот. И хочу загадать новогоднее желание. Оно сбудется. Новый год, чтобы загадать желание и поскорее начались каникулы. Я жду Новый год, потому что я хочу поскорее подарки. Будет наступать Новый год, и можно все забыть прошлое и начать сначала. Здравствуйте, меня зовут Никита, мне 7 лет. Почему я жду Новый год? Ко мне приедет баба, мама с папой подарят подарки. Ко мне все подарят подарки. Дед Мороз придет со Снегурочкой. Я буду кататься на санках, снежки играть с друзьями. Я очень сильно жду этот Новый год. У Деда Мороза сейчас тоже особенная пора. Нужно закупить подарки на всю детвору. А желания-то у ребят совсем разнообразные. О них мы по секрету расскажем. В интернете конструктор, певица и хочу попросить его у Деда Мороза. Дедушка Мороз, я хочу стать певицей. Уже сейчас многие родители и дети написали письма Деду Морозу. Что делать тем людям, которые не верят в Деда Мороза? Как им угодить? Сейчас мы это и узнаем. Компьютеры, планшеты, телефоны. Очень даже рад будет. Но надо дарить, надо дарить подарки. А какие? Такие разноцветные. Что можно дарить ребенку на Новый год и что нельзя? Можно дарить, в принципе, только человечков каких-нибудь, конструкторы, Я подарю лойков. Нельзя дарить, конечно, если считаешь, желание ребенка есть к чтению, то можно дарить книги. Если у него нет желания чтения, то нельзя дарить книги. Нельзя? Свечки или кукол для младенцев точно нельзя. Детям где-то трехлетним можно, конечно, а вот возраста, как я, точно им не понравится это. Посуду. Ремня. Или носков. Теперь вы знаете, что подарить вашему ребенку. Для меня самый лучший подарок на Новый год – это планшет или телефон с интернетом. Напоминаю, что вы смотрите Нотабена Дети, и мы ждем ваших сообщений. Снимайте и отправляйте свои смешные, трогательные и мимишные видео. Отправляйте нам в Вайбер и Ватсап. Мы обязательно покажем их в эфире, а автор самого лучшего видео – станет ведущим следующей программы. Удачи!
Варя Лапина и ее друзья расскажут прямо сейчас. Мамы бывают добрые, красивые, мудрые, а бывают мамы-блогеры. Самые-самые популярные инста-мамы Юго-Сибири попали в объектив нашей камеры. Смотрим сюжет! Всем привет, меня зовут Денис Дубровский, и мы с вами находимся в главном музее города Абакана. Именно сегодня здесь соберутся самые прекрасные, самые обаятельные и самые чудесные мамы. Инста-мамы. Чем же все-таки отличаются мамы и социальные сети от обычных женщин, наши корреспонденты постарались разобраться в первую очередь. Инста-мамы – это, наверное, самая медиа-мама города, которую все знают, именно если считать инста-мама Абакана, конечно. А вообще мамам нужен Инстаграм? Ну, я думаю, что да. Инста-мама? Ну, очень активная мама, которая занимается ведением Инстаграма. Нужен ли мамам Инстаграм? Нужен. Это мама, которая все успевает и в интернете посидеть, и с ребенком позаниматься, и из интернета узнать что-то новенькое для себя. Мама? В первую очередь мама. А где она? В Инсте или в жизни? Это уже другой вопрос. Организаторы премии постарались. На мероприятии было интересно всем. Мамы фотографировались, папы пробовали полезную еду, дети развлекались на специальной площадке. По-настоящему семейная и дружелюбная атмосфера царила в зале. Даже среди номинанток не было никакой конкуренции. Мы в номинации с моей очень близкой подругой, поэтому мы проголосовали друг за друга, а дальше уже все пошло как пошло, и сегодня будет для всех сюрприз. Подписчики и пользователи социальной сети сами определили победителей в 14 номинациях. Среди них инста-семья, бизнес-мама, ЗОЖ-мама, мама-блогер. Был, конечно, главный титул инста-мама года. Ею стала Екатерина Глок. Я не стремилась, я просто завела там страничку и просто хотела выкладывать что-то полезное для женщин. Зрители тепло поддерживали всех победителей, участников церемонии и юных моделей, которые стали настоящим украшением мероприятия. А как же инстадети, спросите вы? Не знаем, но дети Нота Бена на празднике были. И, конечно же, попали в объектив нашей камеры. В третью стражу звезда на востоке взошла, и на землю взглянула, собою звала, и за этой звездою пошли пастухи, засверкали в руках посохи. Елочка, елка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, поднимите руки и встаньте в ряд. Все твои подруги со мной хотят. Мама, я в телевизоре. В телевизоре и мамином Инстаграм. До встречи на следующей церемонии. Интересных вам постов и много-много лайков, дорогие инстамамы и инстадети. А сейчас физкульт привет! Поздравления для тех, кто знает, что такое брас, кроль, баттерфляй. А вообще, что это такое? Детско-юношеской спортивной школе по плаванию в городе Абакан отмечается 5 лет 12 декабря. Поздравляю спортсменов и тренеров. Желаю терпения, выносливости, упорства, успехов, уверенности в своих силах, больших и маленьких побед и новых рекордов, легкой воды и быстрых секунд. Талантливый человек талантлив во всем. Наши юные блогеры, например, еще прекрасно танцуют и красиво поют. Смотрим рубрику «Я звезда!» Я звезда! Я люблю Нота Бена! Ночевала тучка золотая, на груди утеса великана, утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса, одиноко он стоит, задумался глубоко. Thank you.
Одна минута смеха продлевает человеческую жизнь на 15 минут. Прямо сейчас предлагаю способ прожить на полчаса дольше. Пришло время наших забавных козометов! На сегодня это все. Продолжим в том же духе в следующий вторник. А пока ждем ваших видео и продолжаем готовиться к Новому году. Меня зовут Софья Хапусова. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся! Фух, слава Богу. Сюда.